открытия мемориальной доски на территории 8-й школы. Торжественное мероприятие проходит под этой эгидой Общероссийского народного фронта по инициативе Росгвардии Тувы и школы номер 8. Доска установлена в память сотрудника ОМОН, погибшего при выполнении служебного долга в Северо-Кавказском регионе в 2001 году. Старший лейтенант Евгений Берлов учился в этой школе. Работал в должности инженер-сапера отряда особого назначения Тувы. 5 раз выезжал в служебные командировки в Чечню. Был награжден медалью за отличие в охране общественного порядка. 26 марта 2001 года при проведении спецоперации в здании школы города Грозный Евгений Берлов обнаружил и обезвредил растяжку из гранаты РГД. Но при прохождении створа ворот сработало самодельное взрывное устройство. Старший лейтенант Берлов понял, что взрыв предотвратить не удастся, и закрыл данное устройство собой. Тем самым он спас свою группу от гибели. Увековечение памяти Евгения Берлова в виде мемориальной доски – это первые шаги к реализации всероссийского проекта «Имя героя школе».